Ты там башка, Стешка? Мы проснулись с Григорием. Почти 7, иду будить своих младшеньких мальчишечек. Домики тут еще стоят. Заходим. Афонечка, Афоня. Ты будешь просыпаться? Сегодня пятница. Будешь? Кепку же не забудь, сына. А где твоя кепка? Я не знаю. Тут смотри. Или тут смотри. А Афоня кепку одевал? Да. Я пошла. Угу. Саша к нам в гости приехал. Замыкаемся, Афанасий. Вон замыкаемся. Мама, идем. Замыкаться надо. Афоня не замыкается. Ромашки начинают распускаться. Скоро все здесь. Все здесь будет в ромашках. Уже жду не дождусь. Помыла плиту и теперь счастлива и могу готовить на ней супчик. Мне так нравится лето, потому что я в окошко наблюдаю за детками. И окошко здесь открыто, все слышно, они там играют. Даша пришла с Сашей, другой Саша большой к нам приехал, поэтому там банда. Вот, дети, в общем, Шурик доел всю кашу, а Гриша не доел. Вот такой вот едок у меня. Вот. А сейчас я буду готовить супчик, еще не знаю какой, но здесь уже бульончик сварился, второй бульон, я первый вылила. И сейчас это все процежу и приготовлю что-нибудь вкусненькое. Я придумала, кстати, что у меня будет за супчик. Будут сегодня галушки, но с кукурузной мукой. Посмотрим, что из этого получится. Картошечка и морковка уже здесь. Бульон чистый, красивый. Я его посолила, поперчила. И сейчас еще сюда лука добавлю и буду готовить эту смесь яично-кукурузную для галушек. Я тут замешала, не знаю, что это, смесь на галушки, кукурузную муку, 3 яичка, у меня вообще они были, С2, оказывается, в общем, 2 маленьких и 1 С1 побольше. Ну, в общем, здесь 3 яйца, немного воды, соль, перец, и сейчас это все будет отправляться вот в эту бурлящую кастрюльку. Сейчас я поменьше только огонь сделаю. Вот, и сейчас сделаем галушечки, чайную ложечку я сначала вмакаю в суп, бульон. И потом по половинке ложечки отправляю вот сюда. Вот. Не знаю, что это будет по вкусу с мукой, с кукурузной, но попробуем. И все вот так вот. Всю вот эту вот массу. И такие у меня клёцки. Буду сейчас пробовать супчик. Все, сижу, не приехал, детей я до этого покормила. У нас будет вдвоем романтический обед. Супчик и что еще? Черный хлебушек и салатики я сделала. Я сейчас, не знаю, идут секунды, не идут, блин, что-то опять с этим. С телефоном он как-то снимается странно. Эй, я тут. В общем, не знаю, что-то мне казалось, что подвисло. Вот, что хотела сказать, что я сейчас иду в душ, потому что мне же сегодня еще в школу с Антохой снимать мерки. Я не знаю, это вообще не рановато ли, напишите, потому что у нас нет еще опыта с пошивом формы. Мы все покупали и в августе, когда дети не вырастали. Достаточно быстро, но за лето, могу сказать, не именно за лето, почему-то растут быстрее всего. И вообще, как это так? Ну, посмотрим, снимем мерки, а дальше будет видно. Как это называется? Хотела помыть голову, вода вся холодная. Сейчас включила тен, нагреется, потом помою.
хотела купить шампунь, купила два бальзама. В общем, вообще лох это судьба называется. Ну, я вообще улыбаюсь. Улыбайтесь, это всех раздражает. И все. Все, пошла работать дальше. Мы тут с мамой вяжем щавель. И слушаем. И не знаем, что нам смотреть, да? Ага. Да, не знаем, в общем, что смотреть, но вяжем. Щавель, Саша, тоже с нами путешествовать. Бабушка считает. Давайте, все, счастливо. Григорий, воду на карате. Сейчас уже поедем. Гриша, тебе не мало этой бутылочки, сынок? Нет, мне вот как раз этой бутылочки. Да? Так, все бригада до бабушки с дедушкой. Вся бригада. Все бегут до бабушки с дедушкой. Вернее, их-то нету бабушки с дедушкой, но они сейчас приедут. Гриша, к 6 на карате. Узнаешь, или отвезут вас, или пойдете пешком в 5:30 выходить. Понятно? Мы за 30 минут туда зайдем? Конечно, Гриш, вы за 15 даете. А, мы еще там посидим. Попьем чай. Угу. Один уже клиент не хочет здесь быть, хочет с мамой. Ну, тогда поедем с мамой. Да, сынок? Чтобы не было истерик, забираем своего ребенка с собой. Чтоб у него все было хорошо, да? Чтоб ты не плакал, да. Антон Сергеевич, покажите, что вы делали. Антоши даже тоже были. Что надо было раскрасить? А это что такое? Яблоки. Да? Круть. Тебе понравилась учительница как? Добрая? Даже песню включали, да? А ты с кем-то познакомился? Антош, да. Посмотри на меня. Да, с Викой. Матвей и Егор. Ну, возьми одну. И Антону возьми. Антош, тебе нужно? Я сам. Ну, я. Давай. Уже сегодня пятница, дитяня. Заметила, что у нас радость, да? Жвачку, ну, открой. В общем, у нас тут покупки. Афоня выбрала вот такие печенюшки. Антоха все из растишки по жвачке. У Афони орбит. Что еще? Так, наши покупки. Быстренько еще раз показываю. Антоха выбрал вот эту растишку. Это Афонина фрутоняня. Антохина еще растишка вот такая клубничная. Малышки какие-то. Хлеб. Обычный батончик. Мой любимый. Да? Мой любимый батончик злаковый. А еще я купила морепродукты. Одни в масле, другие в рассоле, чтобы сделать спагетти с морепродуктами. Но дети навряд ли такой будут есть, но мы с Сержуней будем. И сметанку. Опять простоквашино 15%. Слушайте, мы уже с Сержуней поужинали, здесь уже ничего нет. Спагетти детям оставили, дети не будут морепродукты, я уверена. Поэтому здесь было две баночки, одни в масле, одни в рассоле. Я прям сюда все на сковородку, прям все масло было, рассол слила. А вот это все подогрела, пару ложек сметаны. И все просто, чтобы было тепло, и спагетти поливать вот этими морепродуктами, это настолько вкусно. И закусывать просто помидорчиками порезанными розовыми. В общем, супер ужин. Все, сейчас бегу за Гришкой, уже как раз пора, в 7:30 карате закончится. Я побежала. Как же круто, когда я немного хотя бы брови подкрасила. Мне кажется, лицо вообще изменилось. Как вам? Голову помыла, кстати. Это, конечно, вообще меняет все. Вот, в общем, поехала. Так, еще покупки. Сижу, я тут порезал мясо. Будем сейчас мариновать шашлычок. Здесь балык очень красивый. Открывать его не буду. Сейчас уберу в холодильник. Он, знаете, вяленый, толстолобик. Башка Галя такой очень любит, поэтому его купила. Помидоров еще купила. Огурцов. Хлеба. И лука. Для шашлыка. То думали, уже замаринуем, но... Лука не было, поэтому сейчас вот купила. Так, у мальчишек здесь компьютер. Потому что папа разрешил, да, мальчишки? Мы для дедушки Лёши все убрали. Для дедушки Лёши? Да. Какие вы молодцы. Он король у нас. Да? Это папины родители. Правильно. Да, мама? Угу. А мама бабушка Галя. Мама бабушка Галя? Да. Как приятно. Нет, он сказал, а бабушка Галя...
мама, папе. Правильно, да. Они еще были молодые, они родили нашего папу и тетю Оксану. Угу.